случился. Спрятался-то, а я здесь один, товарищ. Отдуваюсь за все это безобразие. Сейчас, секундочку. Значит, куплетист Брунталь, такой ему лет 40, а может быть 60. В общем, ему было 70, короче говоря. Но это не важно, он такой здоровый человек, очень хороший. Кровь с молоком такая. Он выходит и начинает, значит, свой номер. Нет, 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 не приставайте ко мне. Не приставайте, не приставайте. Понимаете, я вам сказал, нет, милочка, нет. Возьмите меня. Да не могу я вас взять, понимаете. У меня своих там полно. Вы же знаете мой кардебалет, девчонки, 200 человек, под 2 метра, тут все, ноги. Ну куда, ну что? Куда вас брать? Ну возьмите меня. Да не могу я вас взять, понимаете. Ну, сколько вам лет? Не надо, отпусти, не надо, я это, отпустите это все. Не надо поднимать, милочка, не надо, не пройдет. У меня такие ноги, 200 человек, такое вытворяет девчонка. Здесь все там, а вы куда? Возьмите меня! Ну возьмите меня! Да не могу я вас взять. Ну не могу я вас взять, ну куда, здесь, ну там это. Я расту! Сколько вам лет? 42! Ну уже все, вы уже выросли, милочка. Все. Выросли уже давно. Я расту! Куда вы растете? Только в шею. Я расту. В шею, не могу. Ну возьмите меня. Ну возьмите. Не пожалеете. Да не хочу я ни о чем жалеть, милочка. Не хочу я вас брать и все. У меня 200 человек. Где что, картобалет? Такое вот. Возьмите меня домой. Тебе? Ну не ко мне, да. Ну что у меня будет делать? Все. Что? Все будет делать. Ну что? Все, я все увезу, вышиваю крестиком. Да не надо мне крестиком вышивать. У меня я есть квартира. Я могу ноликом. И ноликом. Я могу крестиком и ноликом. Да не надо, я эти вещи не ношу. Не хочу я вас брать. Не хочу, понимаете? Ну, возьмите меня. Да не хочу я вас брать. Ну, возьми меня. Ой, возьми меня. Иди сюда. Не бойся, глупый. Я с виду такая. Иди сюда. Возьми меня. Ну, хорошо. Давайте я подпишу контракт. Берете? Да, беру. Берете? Ну, беру, беру, беру. Ну, беру. Берете? Да, беру. А я не хочу. Ну, знаете, милочка, или вы знаете, куда? Все четыре стороны. Черт, на свое столько времени потратил с вами. Гуляйте, вы сами. Возьмите меня. Уж. Друзья, я хочу пригласить вас на съемку очередной душераздирающей истории под названием «На краю пропасти». Ну, вы знаете, что на съемочной площадке командует парадом кто? Режиссер. Дорогие помощники, осветители, операторы и массовка, Сан Саныч, наш дорогой герой сегодняшний, всем здравствуйте! Ой, шутники! Все по местам, все по местам. Сан Саныч, повторяю последний раз и говорить об этом больше не буду. Спонсора нашего посадили. Деньги на съемку кончились в прошлом году. Поэтому экономим на всем и во всем. Все трюки, все, что должен был делать каскадер, будете делать вы.
Что, что вы хватаетесь за сердце? Тем более, что оно выше и левее. Сан Саныч, не волнуйтесь. Ну и что, что вам за 60? Пора же когда-то начинать. В чем-то я вам должен сказать, эпизод предельно простой. Вы грабите банк, выбегаете на улицу, палите во все стороны, по пути пинаетесь с собакой, убегаете от милиции, вскакиваете на мотоцикл, газуете, газуете, вырываетесь за город, мчитесь вперед, и ужас, перед вами пропасть. Но вы мало не промах, и на самом краю пропасти эффектно тормозите. Сан Саныч, так, все по местам. Внимание, свет, мотор, начали. На краю пропасти дубляться. Дверь банка. Топот. По пути пинаете собаку. Мотоцикл. Милиция. Стоп, 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 Сан Саныч. Черт вас подери. Сан Саныч, мы снимаем детектив, а не бедную Настю. Пожалуйста, как можно больше выстрелов, шум, грохот, ребенок плачет. Кстати, почему ребенок все время смеется? Ну, сделайте что-нибудь, чтобы заплакал. Ущипните его слегка. Дайте ему $100. А теперь отнимите. Ну, вот совсем другое дело. Теперь массовка. Вы у нас туристы, осматривающие окрестности. А вы, дорогие чукчи, изображаете у нас японцы. Все отлично, все замечательно. Но скажите, где вы видели японцев с оленями? Уберите оленей! Вы же японцы, а не идиоты! Все по местам, внимание! Свет, мотор, начали! На краю пропасти добегла. Ой, стоп, стоп, мамочка, больно как. Объясните мне, кто дал актеру вместо холостых патронов боевые? Когда кончится этот бардак? Откуда в кадре старуха? Почему в кадре появилась старуха? Какие пустые бутылки? Приходите после съемок. Так, внимание, помесь. Сан Саныч, отойдите от бабушки. Все помесь. Не понял. Что? Когда будем снимать постельные сцены? Сан Саныч, не зарывайтесь. Это вы первые 5 минут бойки. Потом опять будете требовать дублера, валерьянку и скорую помощь. Все по местам, Сан Саныч, не забудьте на краю пропасти резко затормозить. Итак, внимание, свет, мотор, начали. На краю пропасти дублеры. Хорошо. На мотоцикл. Хорошо разогнался. Вперед. Осторожно, пропасть. Тормози. Ты что, оглох? Стой. Втерся в свою газету, но я прямо не знаю. Ой, ну. Ну мы столько лет в кино не были, ты сидишь, газету читаешь, Вася. Ну мы же с тобой культурно вместе. Веди себя культурно. Ой. Хочешь чупа-чуп? Ну на, кушай. Кушай, смотри. Ну и куда ты смотришь? Ну что ты на экран смотришь, там еще ничего не показывают, ну. Мы с тобой в кино пришли, ты на людей гляди. Ну ты смотри, какие люди нарядные, а? Вася, ой, глянь, какая женщина идет. Ой, ну я прямо не знаю, глянь.
Ой, как идет. Сбруей греметь. Ну, какие бусы на ней сбруя. Ну, глянь. Вась, это же не женщина, это конь. Ну, что ты газетою шуршишь? Ну, я прямо не знаю, что за человек ничего не интересует. Ну. Глянь, какие девочки в последнем ряду сидят. Ну, я давно таких не видела. Ну, смотри, какие скромняшечки сидят. Ой, ути-пути. Ну, надо же, сама невинность. Только платьице забыли надеть. Глянь, мать, на них одни свитерочки. Ой, платья такие. Больно ты умный там, где не надо. Лучше бы денег побольше зарабатывал. Сидит одетой и шуршит. Ничего его не интересует. Что за человек такой? Глянь, какая блондиночка. Ну, вон она. Рядом с сыном гор. Посмотри, с нею такой брюнет сочный. С усами. Глянь, она кисочка. Копилочка. В голове прореха. Посмотри, он ее за коленку хватает. Сейчас $100 кинет. Ну и шо, шо я на нее пальцем показываю? Ой! Пальцем. На нее жезлом милицейским надо показывать. О, и она ничего. Ой, дочитался. Вкус испортил. Она ничего. Ты ее видел, страшилка? Ну надо же такое брякнуть. Ну на голову не наденешь. Она ничего. Ой. Ты хотя бы понял, кому ты это сказал? Ты с женою пришел в кино. Сидит пялится на чужих баб. Бабник. Что ты делал? Газету читал? Читай. Погоди, что ты там читаешь? Ну-ка не прячь газету, показывай. Ну ты посмотри, Playboy читает. А я думаю, что оно к газете прилипло? Ну-ка, быстро порвал газету. Порвал и сожрал. Я с тобой поговорю дома, бабник. Не бубни. Нечего ему читать. Вот тебе бирка из раздевалки. Смотри на номер и читай. И чтобы глаз до самого кино не смел поднять. Я тебе покажу дома. Привел жену в кино. За 100 лет первый раз устроил праздник. Бабник. Какую фильму будем смотреть? Я спрашиваю тебя, фильма как называется? Дикая орхидея? Это что за фильма такая? Это что, про ботанику, что ли? А про что? Иностранно про любовь. Ну-ка, подымайся. Топай к выходу. Я не шучу. Не оглядываться я сзади. Взгляд влево, взгляд вправо убью. Не толкаюсь я. Забыл, что ли, как я толкануть могу? Я тебе напомню дома, бабник. Ты у меня всю жизнь по телевизору только военный парад будешь смотреть. А так хотелось время культурно провести.
Значит, это эскиз пародии. Вот, единственный человек. Это новый. Готов. Для вас какая киностудия все-таки ближе всего? Ну, Мосфильм, конечно. Мосфильм ближе. Да, потому что я по магистрали. Я живу на Арбате, в Москве, и, значит... А Арбат уже близко. Да, Арбат. А Горького? Ну, Горького ДНХ, да. Куда надо? Далековато. Ближе все-таки Москва. Москва, да. А с кем из кинорежиссеров вам приходилось, так сказать, встречаться? Ну, в этом году. Да. Вот просто буквально на днях мне удалось столкнуться с Эльдаром Рязановым. Да приятно. В кондитерском отделе булочной. Интересная мысль. Мысль интересная. Мысль интересная. Мысль интересная. Вот тут мне приходилось... Ну, а как все-таки, какие основные принципы вашего актерского и человеческого существования? Я вам скажу, так сказать, девиз. Да. Не изменять самому себе. Правильно, хорошая мысль. Вот вы знаете, я стабильно, да? Умышленно, 20 лет не снимаюсь в кино. Прекрасно. И вот результат. Я на юбилейной кинопанораме. Мысли интересные. А я, с своей стороны, должен, так сказать, вот, пользуясь случаем, сказать, что сейчас на очень серьезном фестивале в Атлантиде, значит, под девизом, значит, кино зрителям, фильм людям, значит, вот Закат Никандрович получил специальный приз. Да? Да. Вы еще не знаете? Вот для вас. Приятно узнать вообще. За лучшую несыгранную мужскую роль года. Вот. Я думаю, что я прямо сейчас при вас и вручаю вам этот очень элегантный, хорошо выполненный призок. Пожалуйста. Это чудный трофей. Да. Я думаю, что в вашей коллекции... призов, он будет не последний. Благодарю. Осторожнее разбейте. Да, тихо, благодарю. Спасибо вам большое. До новых встреч. До новых встреч.